Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, заходим на тренировку и забираем наш отряд. Это в первую очередь, что нам нужно сделать. И сразу же отправляем следующий. Да? Да. Здесь в магазине у нас бесплатно что-то есть. А что бесплатное? Бесплатно у нас лучница. Она и так у меня по фулке прокачанная. Так, оу. Стоп. Подожди, показали армию. Слушай, только что здесь было в армии. Вот. БФГшечка, друзья мои. Ну неужели у нас БФГшка прокачивается на максимум? Нафиг я ее отправил тогда дальше-то качаться? Объясни мне, пожалуйста, а? Она по максималке у нас прокачана. Твою налево, я бы мог бы другого бойца туда отправить. Лопухнулся, ничего не скажешь. Так, 15 карточек на термин 9000. И плюс... Так, призрак, пришелец, замок. Кто-то меня спрашивал: Рэй, а не слишком легко проходить на арене? Ребята, разве я виноват в том, что дают вот таких вот легких оппонентов мне? Не я. Это вот так вот в игре, ребят. Так, новый противник. Квест завершен. Ну, что тут думать? Само собой, здесь выходит у меня фехтовальщик и начинает всех тут крушить налево и направо. Абсолютно всех. И замок сейчас уничтожат на изи. Все. А ты на что-то другое рассчитывал? Нет, конечно. Квест завершили. Так, ну смотрим, что у нас на ежедневках разыгрывается. Так, игра, только не вздумай зависнуть. Она может вот именно при этой загрузке, ребят, зависнуть. Король, подожди-ка, король. Что у нас по поводу короля? Вот он. Ага, друзья мои. Ну, он у нас прокачает по максималке, поэтому уж извините, я на ежедневку не пойду. Лучше я пойду сюда драться. Ну что? Территория подданных. Паладин плюс грифа. Против этих ребят, ну, наверное, возьмем вот этот отряд. В принципе, неплохой отряд. Не скажу, что он очень дешевый, но умеренный. Вот единственное, что ползун, наверное, здесь как бы, ну, вообще не в тему, ребят. Так, давай сразу же. Вот ниндзю зря, конечно. Потому что сейчас, если выползет грифон, он будет... О, вот это хорошо, на... Ну, тут, конечно, хорошо получилось у нас. Фортуна, лотерея, все удачно вышло, как никогда. Давай еще. На! Топчик. Суни-кун, конечно, дает джазу. Тут уж, извините, ребят, не поспоришь. Просто наваливает только шорох. Переходим с тобой на второй этап. Здесь то же самое прибавляется, только лишь жрица. Ну, жрица сделать сама по себе ничего не сможет. Поэтому я ее как бы не считаю за офигенного такого воина. Давай сделаем так и сразу же прикрываемся нашей ниндзей. Это как раз вот против ребята грифонов. Так, и Сунь-Укун обязательно. Можем, конечно, бомбануть еще молниями. При желании. Ну, на. Готов. Замок этот просто расчехлили, даже глазом не моргнули. Переходим на третий этап. Опять же, ребята, прибавляется просто фехтовальщик. Кого-то убирает, кого-то добавляет. А потом, в конце, уже в последних этапах, ребята, они всех добавляют, кто присутствовал в этапах, которые были ранее. Но фехтовальщик крутой, я не спорю. Он сейчас будет, он может даже очень легко нашинковать моего голема, но вот против ползуна, как ты понимаешь, он не справляется. И, кстати, ниндзя тоже очень быстро с ним разбирается. Очень быстро. Так, молнию. Сразу же двоих
Сразу двоих под откос пустили. Ползу. Ну, значит, главное, когда летит у него, видишь, в языке взрывчатка взята. Вот даже на картинке даже видно, что он летит с этой взрывчаткой. Ручей слизень камикадзе, можно так его назвать. Все. Я тебе скажу, вообще как-то изи идем. Так, предпоследний этап. Здесь, друзья, прибавляется маг. Тут еще тоже вреднюк, будем честны. Ну, я думаю, что нам по барабану, да, на него. Мы ведь ушатаем этого мага. У нас есть молния, если что. У нас есть ползун. Вот я, кстати, не знаю, ползун успевает добежать до мага, или он все-таки его магией уничтожит. У него бьет, кстати, он этот далеко. Оу, щит. Вот, вот, ребята, сейчас начнется отхиливание. Блин, вот это вот не надо. Ты серьезно, ни одна... Оу. Давай, 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 грифу, отлично. На, блин, ну как же он тут бьет, а? Суникун, ты видел, сколько он хп отнимает у паладина? Практически большую часть хп просто забирает с одного удара. Ну, естественно, супер удара, конечно. Не с обычного, а именно супер удара. Поэтому я как бы его включаю в один из лучших, наверное, бойцов. Так, здесь у нас, значит, епископ появляется. Я с епископом не хочу тут слишком долго теребунькаться, поэтому возьму свой топовый отряд. Угу, угу, идет, идет Квазимодыч. Сейчас отгребет сразу же. Ну что, шуршишь? Шуршит. Разгоняется на... Половина здоровья. Просто на ура, ребят, сносит он Палычу. Еще и торнадо у нас. Очень, кстати, вовремя, да? Выпало. И вот теперь все по ходу дела. В 3 секунды. Как только этот отряд подходит, ребята, к замку, он просто его разносит. И ничего там они сделать не могут. Сундук подданных. Ну, это все у нас прокачано. Следующая территория — это нежить. Так, погоди. Ну давай. Блин, зачем я взял, там же зомби. Ай-яй-яй, лопухнулся я, походу, дела. Нет, ну если мы успеем голема вызвать, то все нормально будет. И не забывай, что сразу же нужно вызывать ниндзю, ребята. Вот-вот-вот, именно вот по этой причине. Есть. Фу. Потому что если он взорвется рядышком с нашим замком, урон будет катастрофический. Дай-ка я так вот сделаю, наверное. На всякий случай. И все. Все, ребята, уничтожаем замок. Замечательно. Следующий этап. Смотрим, кто здесь проявляется. Здесь уже есть когтистый. Как мы будем когтистого валить? Я могу только вот этот отряд предложить, но... Как бы тебе объяснить? Этот отряд не самый топ против когтистых и вообще вот этих вот ребят, которые тут пойдут сейчас. Это у нас смертник. Но, тем не менее, ребята, смертник очень даже неплохо себя проявил. Ишь, плодит, плодит, плодит зомбарей. Это, конечно, да. Мы притягиваем и в то же время, ребят, сразу же погибаем. Блин, этот камикадзе идет еще. Давай торнадо. Вот там. Он взорвался там, ребята, вдалеке, так скажем. Соответственно, урона он мне не нанес.
А вот здесь вот, здесь... Нет, не успел тоже нанести урона мне. Да вы, да, запарили уже, а? Вот этот череп, который выбрасывает... Когтистый. Он взрывается, ребята, и своим огнем уничтожает даже воздушные цели. И вот здесь, кстати, очень хорошая, ребята, штука. Когда ты вызываешь зомби-камикадзе, он взрывается, но он уничтожает львиную долю моих юнитов, которые стоят возле замка. То есть он такой вообще противный. И мне, кстати, его порекомендовали, вот этого вот, против этого, против уровней, где у нас Сёгун во врагах. То есть Сёгун разбегается и взрывается как раз с этим зомби-камикадзе. Как бы я даже соглашусь, что это, да, действительно будет круто выглядеть. Угу. Зачем я? Вот это сейчас было вообще ни к чему. Сейчас взорвется. Взорвался. Да? Да, ребят, я вызвал друидку. Друидка там начинает настакивать свои тотемы. Жжик. Ну давай, ребята, что как-то как неживые-то играем. Вот они, боевые тотемы. Красный — это боевой тотем, желтый, по-моему, отталкивает, если не ошибаюсь. Синий, я не помню, что делает. Синий, по-моему, хиляющий, да? По-моему. Могу ошибиться. Но красный, я точно знаю, что, ребята, он атакует. Он наносит периодический урон. Такс, ёк-макарёк, прыгунок. Готовимся, ребята, к защите замка. Потому что здесь появляется прыгун. А прыгун, мы знаем, что делает. Ускоряется, может. Короче, он псих. Вот он вышел. Само собой, в первую очередь вызываем паладина. Паладин еще хоть как-то может, ребята, противостоять ему. Опа, замечательно сейчас было, вообще крутенько. Но радуется рано, потому что опять прыгун, да-да-да. И вот здесь вот. Я уже там приготовился, думал, сейчас будет рывок-скачок, но ничего этого не произошло. Опять он выбежал, а? Ну ты сейчас сам видел, как он разобрался с моим щитоботом. А щитобот, извини меня, далеко не ватный персонаж. Это идет легкий танк. И он... Ну, короче, ребята, держит... Опа! Так, друидка откинула его, молодец. Там тотем его откинул. Карточки выпадает на прыгуна очень много, конечно. Чё-то как-то мы тут подзадержались. У тебя нет такого ощущения? Причем мы играли с друидкой, и вот так вот как-то вот... Долговато у нас тут происходит все это дело. Давай, родные мои, 40 секунд там осталось. Оп, такой хотел сказать. Оп, сейчас заморозочку возьму и... И не успел. Точнее, я взял, но... Ни на кого она не сработала. Так, жнец. Ну что же, ребята, жнец так жнец. Это, наверное, сородич жнеца вот там лежит, валяется на заднем плане. Так, вышла банши. Ну, этих ребят мы, наверное, с помощью рыцаря-мага сделаем. Уничтожим их. Тут еще вызовем
Станет, ну конечно же, как же без стана-то. Так, вот это вот плохо. И Ронин что-то у меня без прыжков сегодня. Что-то как-то не ахти. Ронин бежит, 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 бежит. В плане, я не понял. А с... фигали. Сфигали, банька-то сгорела, ребята. Ну-ка. Есть. Есть-то оно есть, а времени-то мало, ребят. Хо-хо-хо. Прыгун красавчик, просто молодец. Выпрыгнул и в истерике просто раздеребанил ему замок. Отдай сюда сундук. Все абсолютно прокачанное у нас. Все, что мне дали, там прокачанное. Еще две территории, ребят, впереди. Оу, щетушки. Ниндзя плюс самурай. Ха-ха-ха, ниндзя плюс самурай. Ну что мне тут? Мне в любом случае нужно вызывать Джаггера. Блин, я успею или я позвать-то успел? Ну, конечно, как же. Как же без тебя-то тут, Чучундра? Хуякнешь где-нибудь в другом месте. На тебе. Отлично. Так, Джаггер, ты готов? Вылазки. Готов. А у меня это тоже молотильщик. Фехтовальщик уже все в гневе. Психует уже. Начинает там молотить. На тебе клеточку. Кого клеточку бросил? Просто впустую. Клетка, она сработала, но... Этот самурай был в истерике. То есть он уже был туп. Ой, тут же пес, храмовый пес, ребята. Ну, в принципе, храмового пса можно уничтожить фехтовальщиком. Если, конечно, его не напугают. Да-да-да-да-да-да-да. Так, самурай, ты достал уже. Блин, ну тебя-то тут только не хватало, Чучундра. Давай, Баллиста, выходи. Что-то вот они раздухарились, я смотрю, не на шутку. На тебе. Все просто шикарно. Ну, он уже все, ребят. Тут бесполезно ему что-то делать. Даже там сопротивляться. Потому что замок идет под откос. Вот и все. Дешево, как говорится, и сердито. Третий этап. Ничего не буду менять. Меня этой черепахой не напугать, которую они там выставили против меня, якобы. У нее, конечно, очень дальний выстрел и очень большой разлет. Повреждение. Поэтому, если ты будешь стоять кучно, и эта черепаха бомбанет, ну, повреждения получат многие. Ну, я смотрю, в последнее время что-то в истерику не впадает самурай. Это очень, ребята, хорошо. Смотри-ка, без истерик, все нормально. По чесночку, так сказать, да? Клеточку сейчас вот так вот. И опять она сработала на дохлого самурая. Я все-таки жду, ребята, жду, когда появятся здесь новые бойцы. Суньюкун, конечно, это хорошо, но хочется же еще, потому что у них там ячейки есть. Я уже показывал неоднократно, что ячейки для новых персонажей, у них заготовлены. Но почему-то они их не внедряют. Пока. Ну что, очередной поединок. Здесь у нас... Ну что, тут то же самое. Тут то же самое возьмем. Опа, нет, не то же самое, ребят. Нет, то же самое. А кто сильнее, интересно?
Ну, ты видел, кто сильнее. Блин. Да хорош. Срочно, срочно, срочно. Куда ты побежал-то? Сразу всех. Хе-хе, в клетку. Сразу всех в клетку, ребят. Еще одного джиггернаута вызываем. Угу. То есть копейщик просто тупо, ребят, проигрывает моему товарищу. Без вообще каких-либо особых проблем. Перемалываем, перемалываем. Давай, давай, давай. Есть. Все, замок. Замок кромсаем. Я даже не буду вызывать клетку, потому что ну, ни к чему. Проще пареные репы. Так, ребята, у нас последний этап. Здесь я возьму... А что я буду думать? Я возьму свой топовый отряд, потому что здесь бог ветра и... Ты понимаешь, да? Что такое бог ветра? Ты видел уже, наверное, неоднократно. Насколько он хорош. А он действительно хорош. Я не могу сказать, что он плохой. Блин, пес, ну кто тебя-то вот звал сюда, а? Вот ты нам здесь не нужен вообще. Через отражение. Я обожаю, когда, ребята, стоит отражение. Вот-вот-вот-вот, когда отражение срабатывает, это просто топ. На! А вот, ребят, как раз была демонстрация той самой черепахи, которая звезданула сюда вот. По центру. Ну, как ты видишь, ничего им из этого не помогло. Забираем сундук нефритовой империи. И здесь нам выпадает... Да ничего хорошего. Все, что выпало, все, что у нас есть. Ребят, последняя территория. Это территория, опять же, подданных. Значит, фехтовальщик плюс черный рыцарь. Ну, против... Я вот не знаю, фехтовальщик... Слушай, а фехтовальщик, по-моему, спокойно разрубает, да, моего молотильщика? По-моему, да. Поэтому предлагаю, наверное, взять палыч в первую очередь. Да что, нифига он... Фига он там рубить. Ты видел? Конечно, ты видел. Как ты мог не видеть? Как он там наяривает. Жесткий типок. Паладин еще просто разрубает. Ну знаешь почему? Потому что у паладина очень, ребята, медленная атака. Она мощная, но медленная. То есть он пока ударит, пока перезарядит. В этот момент именно молотильщик, ой, молотильщик, именно фехтовальщик, он ускоряется. Особенно если он впадает в ярость, он вообще очень быстро начинает дамажить. Ну, тут нас, как говорится, все прокатило. В лучшем, как говорится, варианте. Ага. Тут копейщица. Ну, копейщица для нас вообще никаких проблем не составляет. Давай сделаем так, наверное, и сразу же молотильщика. Самое оптимальное, потому что когда, друзья, фехтовальщик бомбит именно по щитоботу, молотильщик за его спиной начинает вот наносить урон. Вот против копейщицы этот фокус не срабатывает, потому что копейщица делает проникающий урон всем абсолютно юнитам, которые там стоят. То есть стоит их тут четверо, она четверых и задевает. Поэтому там за спиной отсидеться не получится, надо будет копейщицу сразу же уничтожать. Ну, благо она не очень сильная, и поэтому уничтожается довольно быстро. Все. Блин, ну как же сегодня с БФГшкой-то лопухнулся, а, ребят? Блин, то, что БФГшка у нас прокачалась, ее же можно было взять. А что, у меня все? Только две энергии осталось. Блин, я думал, что мы до телепорта дойдем. А, видимо, не дойдем мы сегодня до телепорта. Обидно, досадно. Ну ладно, что сделать? Черный рыцарь и фехтовальщик.
представляют. Tower Conquest. На тебе. Так, погоди, лучница. Ну куда ты лезешь, блин, бедный сейчас. Хотя нет, рубанули. Рубанули, шинканули. Ковальчик тут хотел выйти, но ничего, ребят, не получилось у него, мы его заколбасили. Изи катка, как ты еще назовешь-то? Изи каточка. Блин, нам буквально не хватит одной энергии. Твою налево, ну как же так-то? Не хватит одной энергии, чтобы пройти этот портал. Ой, пройти этот этап и уже перейти в портал. Оу. Я и забыл про тебя. Паренек. Даже не думай об этом. Так, монетку отдай. А кого мне тут выставить-то? Успеет, да? Успеет. Побежали. Эть, успел. Я так сделаю еще. Красный луч. Смертоносный луч. Уничтожает даже замки. Блин, ребята, ну действительно, ну энергии не хватило. Ну что, ну как так-то, а? Ну как же так-то? Ты представляешь? Одной энергии нам не хватило, чтобы пройти этот уровень и уйти уже в следующий портал. А следующий портал у нас будет 197. Ну что же, я, ребят, ничего сделать не могу. Тут 12, тут 10 минут ждать, тут 5 минут ждать. Ладно, тогда на сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.